Я, как начинающий психолог, сейчас исследую разные направления практической психологии и в том числе заинтересовалась гипнозом, что же это за техника, как ее можно будет применять в работе с клиентами. И, честно говоря, перед тем, как прийти на эту сессию, я очень переживала, потому что думала, что гипноз – это нечто такое, может быть, для меня недоступное, что-то очень такое сложное. Но вот после 2 дней обучения я поняла, что это все-таки очень интересно, и я смогу это освоить. И это очень вещь нужная и важная. Она, конечно, может пригодиться в практике. Очень все подробно и популярно объясняется, очень все просто. И вот эта такая страшная и огромная схема на самом деле оказывается достаточно простой, понятной. И все 2 дня мы практиковали, что, конечно же, очень хорошо. И у меня теперь возникло даже желание, то есть, вынести это в свою обычную жизнь и попрактиковаться дальше на своих родственниках, может быть, и знакомых. То есть стимул такой я получила дальше для развития этой практики, техники. Очень интересно, я очень благодарна организаторам, ведущим этого семинара, и всех приглашаю. Это можно использовать не только в работе, а и только для себя, как самогипноз и самовнушение. Очень интересно. Большое спасибо.